все знаете решить. У вас нет проблем, вас научила, жизнь вас научила. Идем? Идем. Я хотел опять, потому что сейчас начинает работать наши камеры. Но я хотел вас взять еще в студию. Но мы там были заказаны до 2 часов, что приедем. А есть 15 минут третьего. Увидим, если там и что удастся, или не удастся прийти, я позвоню. Но пока вы покушаете. Это будет такая свободная речь, тема, разговор. А попробую сейчас узнать, если там мы не можем еще прийти правильно в 3 часа, когда покушаете. Вы уже заказали? Да, нам 5 минут. Или тут большие порции? Но не маленькие. Да, я строю слова. Заказали мы уже? Да. А, мы не заказали. Мы уже не будем кушать. Мы просто выпьем чай, а потом уже. А после этого будем кушать? Да. Если мы спешим, лучше сделаем там, выпьем чай. Ну, я попробую сейчас быстро позвонить, что вы уже пришли в Братиславу. Тогда не будем пробовать. Я спрошу, как вы не ездили. Когда есть время, так вы будете кушать. Когда есть, уже так точно. На минуточку тогда пойдем лучше туда, хорошо? Какая была дорога? Пробки. Пробки. Пробки, да. Братиславы, да? Уже как в Москве. Почти. В Москве хуже. Нет, не как в Москве. Нет. Алло, Мирко? Teraz dorazili, teraz sú dve možnosti, že ideme rovno k tebe, alebo sa ešte najedia a ideme za takú polhodinu či štvrte. Čiže, áno, môžeme, dobre. Tak sa napapajú a ideme k tebe, dobre? Ďakujem. Budeš ťať. Naši ľudia tam v štúdiu, takže môžete obedovať, môžete nakúšať. Ja ich... Скажем, уже вам посоветовали, что хотите кушать? А мы сами решили галасы. Галасы, отлично, да. Я люблю сыр. Давайте я подвину, спокойно, чтобы... Спокойно, вы будете кушать, я как вам пойду поближе. Но... Чтобы вам комфортно было. Мне комфортно. Рядом с вами, если не было, вот только место. И так будет. Зайду только заказать. Я повыню, хоть. Повыню, дваклад. Дваклад галасля. Пардон, вы что, пать? Я спокойно. Вы планируете приехать на Донбасс? Я хожу. Я в прошлом году был 2 раза. А сейчас был должен месяц тому назад, но у нас было заседание парламента. Далко мне было, потому что... Как зовут президента Донбассу? Пишули? Пушилин. Денис Пушилин. Денис, да. С Денисом я уже дружу с ближе. Он когда есть акция у вас, какой-то праздник, так он приглашает меня из Словакии. Потому что нет много депутатов в Европе, которые не волнуются пойти из-за санкций, за все в Донбасс. Я один из тех, которые обязательно всегда рад приеду. А вы знаете, что когда мы с вами встречались в парламенте, приезжал Сергей Лавров, министр России? Что? В этот же день было, да? Да, в этот же день. А что вы думаете, кого председатель, спикер Денис Лавровской представил? Господину Лаврову, меня, потому что он сказал, он был на Криме, он был в Донбассе. И русский посол, господин Алексей Федотов, сказал, что этот мальчик наш верный друг, хороший друг с Россией. А я имею фотографии, могу вам показать. Сергей Лавров сопровождал руководителя фонда, в котором я работал, в ООН, вместе выступали в делегации. Да. Спикер, здесь господин Лавров, здесь я. Это уже после того, как мы ушли? Как вы ушли?
Они пришли, и я пришел сфотографировались у наших символов власти, потом мы как депутаты стояли, а меня первого единственного пригласили, меня представил господин Лаврову, кто я. Я ему сказал, что учился в Москве, жил в Москве, и еле-еле уже в Москве. Вы были в Донецке и в Луганске, или только в Донецке? Был и в Донецке, и в Луганске. Где больше понравилась атмосфера? В Луганске только переходили. А в Донецке я был 3-4 дня, мы были первый раз и второй раз. А с Александром Захарченко были знакомы? Предыдущий глава республики перед Кушилевым, перед тем, как ушел? Нет, я его не знал. Он его убил. Да. Его не знал, он слышал. Очень помог мне после трагедии, очень помогал мне Александр Захарченко. Да, он молодцы. Знаете, это ваша земля, ваша родная грудь. Вы героический народ. Я уверен, что все так героически. Не смогли охранять свою жизнь, как народ Донбасса и Луганска. А тоже я уверен, что Европа и мир будут иметь только совести, что узнают, что никогда насилие вы не убедите народ, чтобы он пошел в какую-то связь с кем-то, с кем не хотел. Ну, 2000 дней уже оборона держит Донбасс и пускает нацистов на свою землю, защищая. Правильно. Дома. Вот так надо. Должен быть каждый народ такой. Каждый должен. Ну, хотелось бы уже, чтобы все-таки дипломатическим путем договаривались и не было жертв среди мирного населения, и не было обстрелов по жилым секторам. Война всегда только вредит. Погибают люди, дети. У нас геноцид, да. Война – это когда с обоих сторон, с той стороны ни один ребенок не погиб. А у нас уничтожается инфраструктура и мирное население. Это геноцид. Потому что война – это когда военные с военными воюют, а у нас в одностороннем порядке зачистка. Это больше я назову зачистка территории от людей. По ничего страшного нет, когда убивают женщин, дети, ребенок, это просто нечеловеческое. Мы думаем, что это уже в современный мир не имеет места такая война. Да, я выступаю на федеральных российских телеканалах. Представители украинской власти прямо заявляют, что люди лишние на этой земле, 4 миллиона людей не нужны на этой территории. То, что большая часть населения – это этнические русские, и для них это генетический мусор, потому что хотят вот оставить бандеровцев. Вот это катастрофа. Я думаю, что то, что позволил Порошенко, это вообще как фашизм, как это был фашизм. У нас люди не согласились с такой политикой, потому что оскверняли памятники солдатам Великой Отечественной войны, рушили символику Советского Союза, преступника Бандеру возглавили героев, жители Юго-Востока отказались это принимать, поэтому возникли противоречия. Знаете, что самое страшное? Я кого? Это делала власть, которая пришла после Майдана. Для кого работает? Не для украинского народа. Даже, по-моему, украинский народ это не хотел. Медиа, конечно, не хотел, они же не выбирали этого президента. Да, это все сделано, это очень
некрасивую ситуацию, Украину просто привернуть. Чтобы распродать ресурсы Украины на территории США, будем говорить. Это только интересы США. Такую землю дешевле. Да, с территории. Богатство, которое имеют. Сейчас массово вывозится чернозем, лес вырубается, Зеленский уголь. Продолжает это. Вот я думал, что Зеленский будет тем, который остановит войну в Донецкую и Луганскую. Я думал, что Зеленский есть тем, который признает Крым России, когда референдум было сделано, и граждане не хотели присоединиться к России. Вот это невозможно. Я здесь спорился и с украинским послом, когда я говорил, что может быть больше для народа, когда 93% голосует за соединение Крыма с Россией. А кроме того, в 1954 году, когда был договор подписан, он был подписан Никитом Хрущевым, который был украинский человек, а они не подписали, что Украина Советский Союз подарил Украине эту землю. Он дал только как бы тренд, просто им дал, как скажете, аренду, да, как аренду Крым до тех пор, пока был Советский Союз. А когда развалился Советский Союз, уже не было общения. Фактически Крым вернулся домой, он изначально был русский и всегда принадлежал территории Российской империи. Да. Точно так, а потому я думаю, что крымский народ прав. Крымские люди правы в том, что хотят жить там, откуда вышли. А кто будет это решить? Политики? Политики должны говорить, где принадлежит Крым жить. Это не имеет даже УН права. Ну, мы будем честными, если бы Путин не забрал, не вернул назад к себе Крым, то натовские базы уже бы стояли в Крыму, где Черноморский флот и стратегически важный военный объект. Сейчас бы это было бы ослабление позиции России, укрепление позиции США на территориях приграничных. Поэтому это необратимый процесс. Невозможно было не вернуть Крым, потому что натовские базы были готовы. Сейчас же стоят на Крыму. Готовы. Конечно. С кораблями пришли, с людьми пришли и хотели заключить эту дорогу. Но эта гибридная война, она готовилась не один год, потому что у нас уже были попытки расшатать общество, когда была оранжевая революция при Викторе Ющенко. То есть тогда не получилось, но это уже было заранее, планировалось, чтобы... Это долго временно планировали. А вообще, не сотрудничество славянских наций, народов, тоже это есть единственный цель. И США есть разбить хорошие отношения, так как Польша, Россия или Югославия бывшие, что случилось? Они сделали такой конфликт, что братья, которые вместе жили против себя, воевали, стреляли, убивали друг друга. А это тоже на Украине. Сколько там есть браков, где есть женщина, украинка, мужчина, русский или наоборот? А сейчас мы будем между собой бороться, потому что есть там какой-то Калгариев план или имеет интерес какая-то группа олигархов в США, банкиров, финансистов. Ну, если бы, конечно, не финансировался со стороны США Евромайдан, этого бы, скорее всего, не было, потому что огромные миллионы долларов выделяются на эту войну, и поставка вооружения происходит регулярно. А вы, присутствие натовских инструкторов уже же было расследование на территории Украины, подготовку украинских солдат натовскими инструкторами. А это есть не только у вас на Украине или в России, и там видите, что происходит в России, тоже стремятся к тому, чтобы разбили этот систем, который есть. Но счастье, что господин президент Путин имеет огромную поддержку народа. Але то є на всій Європі. Смотрите, що зараз твориться в бывшей Югославії, що твориться в Словакії, на Стоженка, які фактично в Майдан убивством журналістів двох, а хотіли проамериканські взяти власть в руки. У нас ця борьба происходит. На щастя, поки без оружия. Но увидим, что будет, потому что народ тоже не дурный. Я всегда говорю, кто нам есть ближе, Лубашки, русские, славяне или американские, или германцы, или французы.
Все хотят, чтобы славяне не были вместе. 400 миллионов наций славянского есть, понимаете? На каком огромной земле, с каким богатством земли, каким умом. Им когда бы это соединилось, то есть конец с европейскими нациями, понимаете? Потому что не говорим о войне, говорим о том, что крепкая сила бы была, все бы волновались. Весь мир бы волновался славянам. Но потому они должны делать конфликты между славянами. Ну, еще Гай Юлий Цезарь сказал, разделяя властвуй, потому что проще победить государство, которое уже разделено на сегменты, чем единое целое государство. Все это сделано было, чтобы развалить страну, разрушить отношения между людьми. Я и так уверен, что придет то время, когда славяне соединятся. Я уверен в этом. Я не жалко, что... Я, например, не могу идти на Украину. После Крыма, после Донбасса, я имею запрещено. Меня просто не пускают. Ну, у меня вот, наверное, только за то, что я выжила, у меня убили всю семью, искалечили всю мою жизнь. Это и меня еще, это просто верх цинизма, отнесли в сайт «Миротворец» как ополченку, потерявшую руку в бою. Хотя я была... Через 2 недели после родов с грудными детьми и с мужем дома. И никакого отношения не то что к войне, даже к политике не имело.